Привет, смотри. Ой, солнце сегодня очень солнечный день. Хорошее утро. Ну и как всегда, ты знаешь, планировал бежать в парк Горького, еще куда-нибудь. И вот через полкилометра все-таки изменил свое направление совершенно в противоположную сторону. Пробежим мы сегодня с тобой вокруг парка Победы. А вот зеробегущий. Здесь не один я, даже здесь сегодняшний минуту. Вот, за зиму, за осень понастроили разных пирсов, пристани, не знаю, там, Комсомольское озеро, вот построили новую лодочную станцию, красивую такую, довольно площадка. Вот мы и завершили круг по большому языку, такому полуострову, Красноводском озере. Это мы уже на пляже. Частенько мы там бывали. Сегодня посмотрим, что за все время это изменилось. Ну, наверное, качели качаться я точно не буду. Масса сегодня собак на утренней прогулке. Приучают, наверное, своих хозяев к режиму двигательной активности. Молодцы все-таки наши собаки. Без них просто-напросто наше население бы просто валялось на диване в такое раннее утро. Ну, я не в такой двигательной активности. Ножками, а не на колесиках. Видишь, наверное, каждому огурцу своя корзинка. Кому-то надо зимой зарабатывать. Ну, совершенно не уверен, что самая подходящая трасса для бега лыжня. Но почему бы не приобщиться и таким образом преодоление этого света на самом большом, самом хорошем острове на Камчатке. Ну, бежать приходится, как ты понимаешь, по одной, а если по двум колеям, то тоже совсем раскопырено. Нет, все-таки вот так, гуськом намного удобнее. Это и ворочает во все стороны. Вот что я нашел здесь, между островами. Видишь, такие стартовые площадки, как на космодроме для запуска ракет. Что-то будет весной. Ну, это мои самые лучшие необитаемые, уже обитаемые острова. Вау! Ты посмотри, что тут творится. Наверное, открыли здесь дамбу пошире, чтобы воду спускать. Просто какая-то невероятное силище. Вот мы где уже. Видишь где? Вот здесь. Ладно, побежали. Здорово. Сегодня, видишь, повстречал двух бегающих. Выполнил. Шагающих мужиков. Ну, правда, еще была большая толпа, получается, ну, лучше, чем ничто. Сегодняшний саундтрек к моему видеоподкасту, ну, дань уважения, сегодня же праздник, 8 марта. Сегодня еще солнечный день. Сегодня еще и велогонка. Париж, Ницца. Сегодня много всего.
так здорово. Вот такой у меня был сегодня классный век, солнечное в это утро. Будь бодрым огурцом, живи ярко, классных тебе выходных и до новых встреч.